мы сегодня с вами поговорим про то, как JavaScript используется вообще в мире мобильной разработки. Если так посмотреть, то JavaScript на самом деле сейчас везде. Мне как человеку, который пришел с мира .NET, и я помню, у нас был один .NET комьюнити, где я говорил, вот сейчас начались такие типа job propositions, там ищется JavaScript developer. Ты понимаешь, JavaScript developer, Карл. В 2008 году JavaScript developer, это звучало как-то даже смешно. В принципе, дотнетчики друг друга JavaScript developer'ами обзывали, чтобы обозвать, собственно. Но в какой-то момент JavaScript как-то для языка, который был придуман за 10 дней, как-то стал везде внезапно. Я до сих пор помню вот этот вот свой смех над фразой JavaScript developer, при том, что сейчас я пишу только на JavaScript, и карма злая, сука. Вот. И если мы посмотрим на JavaScript на самом деле, то для фронтенда у нас просто жесть. Некого нахер послать, пошлешь AngularJS девелопера. Все, короче, у нас миллиард фреймворков, каждый с кем-то спорит. Там споры все время лучше нокаут, лучше ангулар, и бэкбончик такие, а я? Вот. У нас просто невероятное количество всяких фреймворков. Что хочешь, можно делать. У нас есть Node.js на бэкэнде, который тоже внезапно. Раньше представить бэкэнд на JavaScript, типа, really? Ты завязывай с этими наркотиками. Но, там, допустим, LinkedIn сказал, no way, мы перешли огромным количеством серваков на Node.js. Ну и куча других компаний. Сейчас с Internet of Things все там писали на ардуиновских каких-то скриптовых языках. И вдруг CyclonJS позволяет нам писать на JavaScript даже для сраного холодильника. Но опять же, я все время вспоминаю вот эту фразу. JavaScript developer, Карл, прикинь, как идиоты шутят. Но JavaScript сейчас везде, тут ничего не скажешь. Когда-то на Microsoft Suite в 2013 году вышел чувак такой из Microsoft, неожиданно, да? Microsoft вообще никогда не воспринимал JavaScript как язык. Потому .NET-программисты тогда и смеялись. JavaScript? Ага, лох. Вот. А потому как бы в 2013 году вышел Microsoft Guy, или в 2012, и он сказал... Через 10 лет мы все будем или JavaScript девелоперами, или мы будем безработными. И тогда я как-то понял, что карма таки, да. Вот. И потому JavaScript, естественно, не мог не пробиться в мобильный мир. Есть такая очень-очень старая картинка, которая всех задолбала. Если вы мобильный разработчик, ну, к примеру, да, вы хотите написать свое следующее мобильное приложение, которое сделает вас богатым, и у вас будет все-все-все. Это ж мобильные аппликейшены. Сейчас это новая золотая лихорадка. Ну, так-то поточек сейчас поисяк чуть-чуть. Но на самом деле денег там крутится очень-очень много. Какой у нас есть выбор? Мы можем писать на нативных технологиях. То есть для iOS пишем на Swift или Objective-C. На Android пишем на Java. Для Windows Phone не пишем. Мы же разбогатеть хотим, да? Сори, Тарас. Мы можем писать веб-приложение, да? Мы можем написать веб-сайт свой какой-то, куда люди будут заходить на мобильном телефоне, смотреть и говорить, фу, у них нет мобильной версии. И мы можем написать мобильную версию, в принципе, которая будет отлично выглядеть, может пользоваться популярностью. Допустим, мобильный Facebook пользовался огромнейшей популярностью. И мы можем написать гибридные приложения. Гибридные приложения, когда у нас есть WebKit, про который уже, WebView, про который уже говорил предыдущий докладчик. У нас есть HTML, JavaScript, CSS, контент, который мы пакируем в наше приложение. И в результате у нас как бы выходит мобильное приложение, но написано, в принципе, практически полностью на HTML, JavaScript. Это, в принципе, три стандартных approach'а. Как вообще началось все развиваться? До 2006 года, еще до эпохи доткомов, то есть, вернее, эпоха доткомов закончилась в 2000 году. Кто не знает, эпоха доткомов — это когда
денег в IT было гораздо больше в Силиконовой одной долине, чем сейчас, наверное, во всем мире. То есть, если вы посмотрите акции до эпохи доткомов, то там так шух. Там, короче, то, что сейчас стартап-движение, если возьмите, очень рекомендую вам почитать книжку Питера Тиля, это один из создателей PayPal мафии. И он рассказывает, как они писали сайты до 2000 года. Рассказывали, что, в принципе, у них были действительно ситуации, когда пацаны зашли в бар, бухнули, придумали какую-то идею, и уже, в принципе, практически вышли на IPO, не написав ни строчки кода. До 2000-го в IT было очень-очень много денег. Но техбабл лопнул. Потому сейчас Питер Тиль всегда говорит, хочу писать стартапы, как мы писали в 90-х. Сейчас это все немножко возвращается, но мы по рейтингам не дошли даже до трети того, что было, к примеру. И интернет worth money. Была такая вот их фраза. Потому интернет-веб-разработчик, это была такая привилегированная. Вот это вот слово, вы поняли, про какое слово я хотел сказать. Это были реально такие засранцы, которые стоили очень-очень много. Они пользовались таким респектом, уважухой. Даже несмотря на то, что сам цикл разработки был легче, чем он является сейчас. Но в 2007 году для фронтенщиков случилось страшное. Вышел Стив Джобс и показал iPhone. После чего все сдвинулось в сторону application platform, в сторону того, как написать мобильные приложения, потому что первые миллионеры, которые заработали на мобильных аппликейшнах миллионы, они появились буквально в первые 2 месяца. Фронтенщики сказали, да идти, у нас же есть мобильный веб. Но интернет не был всегда таким хорошим, и, в принципе, люди начали пользоваться мобильными приложениями. А фронтенщиков это как-то перепугало, им стало грустно, потому что раньше они стоили один за много, а теперь все начали стоить 5 баксов за пучок. И они ныли. Так уж выходит, что фронтенщики, особенно те, кто занимается больше версткой, очень им трудно идет изучить новый язык, изучить мобильную разработку. Когда они смотрят на Objective-C, то же самое, что .NET-чик смотрит на Objective-C. А чего у вас столько смайликов в коде? И, как-то оно им не вкладывается в голове. Объектно-ориентированное программирование. Да ебать, объектно-ориентированное программирование. HTML. Вот. И, естественно, вот это вот нытье фронтенщика в какой-то момент всех достало. И PhonGap был придуман, он еще не был тогда PhonGap'ом, но он был придуман айосниками, которых задолбали плачущие фронтенщики на айос-хакатоне. То есть вы понимаете всю глупость ситуации в том, что нативные разработчики из-за того, что их достали фронтенщики, придумали им инструмент, чтобы они тоже, возможно, могли писать мобильные приложения, чтобы через пару лет говорить «PhonGap'щики, пидорасы». Мы ж пишем-то гораздо красивее, а у них вот эти вот приложения, которые отвратно работают, вот они себя называют тоже мобильными разработчиками. То есть в 2008 году на хакатоне iOS-ском в Сан-Франциско был придуман так называемый Nitobi. Nitobi стал Technology People Award в 2008 году, потому что реально, миллионы фронтенщиков сказали, эй, у нас есть доступ в iOS, мы тоже будем миллионерами. Но так и испились. Вот. Но Nitobi развивался, стал open-source проектом, потом пришел Adobe, купил Nitobi, говорят, классное название, будете PhonGap'ом. Потом PhonGap перешел под Apache лицензию, которую назвали Callback, но Callback для джаваскриптера это как попоболь. Потому Callback переименовался в Cordova, и вот сейчас то, что является engine'ом PhonGap'а, то есть библиотека и тому подобное, называется Cordova. А PhonGap — это экосистема, которую развивает компания Adobe. Естественно, PhonGap стал очень популярным. К примеру, сейчас, в прошлом году, более 50% enterprise-приложений были написаны на PhonGap и подобных системах. Естественно, если вот... Я когда-то в Минске выступал на Mobile Optimizer, рассказывал про PhonGap. И вот если рассказываешь про PhonGap
в аудитории полной нативных разработчиков можно замолчать и услышать, как лопаются их пуканы. Потому что нативные разработчики презирают фронтенщиков, которые пишут мобайл-аппликухи. Потому что они говорят, что веб-вью говно. Ну, так и говорят, это дословная цитата. Естественно, создается какое-то количество разработчиков, которые говорят, веб-вью, конечно, говно, но JavaScript это классно. И создают различные интерпретаторы, упаковщики, которые разрешают вам писать на JavaScript свою бизнес-логику, но в результате все это компилируется в нативное приложение. Enterprise сказали, мы пишем на платформах, потому что нашему бухгалтеру тоже надо иметь возможность редактировать приложение. PhoneGap, с другой стороны, развивается, выходят всякие Steroid, PhoneGap, Steroids и тому подобное. В 2009 году, даже в 2010, наверное, выходит Angular. Angular становится идеальным просто фреймворком для написания single-page applications, которые являются, в принципе, идеальными для мобильной разработки. И у PhoneGap открывается новое дыхание. Все начинают писать на Angular, и, чуваки, кто пишет на Angular? Все. Ох, не все. Я же говорю, можно кого-то нахер послать, а это будет бэкбон разработчик, который плачет. Если послали плачущего программиста, значит точно бэкбон разработчик. Или Ember. Не, ну Ember это такие типа хипстота. Типа Angular говно, я на Ember. И кокаин. Вот. Выходит, чуваки, которые написали UI Router в свое время, они выпускают, они объединяются и выпускают такой фреймворк, как Ionic. Ionic позволяет вам особо не стараясь, особо не трача много времени, написать приложение, у которого UI будет похож на новые гайдлайны iOS 8 или iOS 7. Вы можете его и запихнуть в Android, но это все равно будут UI гайдлайны iOS 7 или iOS 8, да. Ну, естественно, Facebook на своей конференции F8 в 2013 году представляет React плюс Flux. Пало Альто просто говорит, эй, React быстро работает, ну, просто потому что Angular реально, у него работа с домом, работа с ченджами отвратительно работает, а React очень классно с этим справляется. Ну, естественно, фронтенщики тоже делятся, есть и бэкбончики, ангулярчики, фейсбуковщики, и реактивщики. Я никого не забыл. Эмберщики, да. Их всегда забывают. И такой, и чуваки из jQuery. jQuery! Вот, там стоят, знаете, с какими-то транспарантами. jQuery not dead. Вот. Ну, в 2013 году выходит React, в 2014 выходит React Native, который... Нет, в 2015-м анонсируют React Native, который как бы позволяет нам использовать React для написания нативных приложений. Давайте чуть-чуть про это и поговорим. Если мы посмотрим, что сейчас происходит на PhoneGap, то основное количество приложений написано на Angular или Ionic, другое количество все еще приложений написано на jQuery Mobile. Если посмотреть, что сейчас как, то jQuery Mobile на самом деле... Баба Яга сделана не потому, что вот оно такое, оно выглядит сейчас так. В молодости она так-то, может, ничего была. Кто играл в Ведьмака, знает, какие колдуньи могут быть. Но сейчас приложения, которые написаны на jQuery Mobile, выглядят, мягко говоря, устаревшими. Но, честно вам скажу, когда в 2009 году я впервые для себя открыл PhoneGap и впервые для себя открыл jQuery Mobile, это был как глоток свежего воздуха, ты думаешь, блин, какие... Контролы, круглые кнопки. О, вот это вот новизна-то, инновация. К сожалению, jQuery Mobile не менялся, у него до сих пор круглые кнопки. Даже такие, типа, с объемом. Вот. jQuery Mobile в свое время был отличной библиотекой, отличным коллекцией UI-контролов, которые мы могли использовать, чтобы у нас получался псевдомобильный интерфейс. Но если сейчас вам кто-то скажет использовать jQuery Mobile, шлите, это бэкбончик. Я шучу. Вот. Ionic же в свое время... Кстати, от презентации картинки двигаются. Ionic же вышел и развивается просто невероятными темпами. Они получили
достаточно неплохую инвестицию. И сейчас они разрабатывают экосистему вокруг Ионика. Это и конструктор приложений, и какие-то клауд-сервисы, и какие-то суппорт-сервисы. Если кто не пробовал, если кто собирается писать мобильное приложение и не пробовал еще, ищет какую-то либо для того, чтобы начать, я очень советую посмотреть Ионик. Внутри крутится Angular, что дает нам структуру, тестирование, там, нормальный MVC-паттерн. Плюс Ionic дает огромное количество CSS HTML-контролов и JavaScript-овых в том числе, для того, чтобы наше приложение выглядело как нативное приложение. Библиотека безумно классная. Я, честно говоря, от нее фанатею, потому что даже такому криворукому дизайнеру, как я, позволяет хотя бы интерфейс, который так сильно не режет глаз, создать. Также там есть там тач-ивенты, свайпы всякие, все, что хочет мобильный пользователь, в принципе, там есть. Единственная проблема с Windows Phone. На что Windows Phone, Тарас? Он интересен только тебе. Или у кого-то еще есть Windows Phone? Да это не стыдно. О, тут странно такое. Все были молодые, все экспериментировали. У меня тоже был Windows Phone. Вот, но в любом случае, Ionic отличный фреймворк, если вы хотите быстро, не запариваясь, начать писать приложение. Любой сложности выглядит красиво, классно. Единственная проблема есть, когда мы его апдейтим в версии. Есть еще черный господин, XJS. Куда уж без него, Sencha Touch. На Sencha можно сделать очень-очень много. Проблема Sencha в том, что она просто гигантская. Там миллионы API, миллионы всего, что вы, ну, все, что хочешь и не хочешь. Но вот обуздать вот этого вот всадника прерий очень тяжело. Ой, коня прерий, ну whatever. Sencha предлагает вам любой список контролов, любую там действие вправо-влево и тому подобное. Единственное, что Sencha не представляет, это информацию. Информацию Sencha представляет только если вы купите ее. Причем как-то странно, вот я заметил за людьми, которые пользуются XJS или Sencha Touch, они очень редко говорят на Stack Overflow или где-то. У них есть свой форум, в который там только платным пацанам доступ есть. И вот они тусуются там. Потому их как-то туда затягивает, и все. Так вот, вокруг все отпадает, у них есть форум, потому что они пытаются освоить Sencha. Но Sencha, как показывает практика, если человек на ней посидел полгода, он просто становится каким-то Sencha-программистом. Он ничего не может, но вот на Sencha он валит так, что ого-го, и за ним еще надо угнаться. Я, честно говоря, не имею практики работы с Sencha. Я посмотрел на список API и понял, что мне лень это читать. И потому я выбрал для более глупых Ionic. Вот. Опять же, когда все кричали, что WebView говно, потому что, ну, действительно, достаточно тяжело с помощью инструментов, там, которые предоставляют JavaScript, HTML, CSS, нарисовать какие-то анимации или какой-то user experience, который нам позволяет создать тот же самый, та же самая нативная разработка. Это и какие-то свайпы. И ты вроде бы можешь сделать свайп. Ну, вроде бы, ну что сложно сделать свайп? А потом сделаешь и как-то... Ну, это как сравнивать, я не знаю, другой ноутбук и Mac. Они вроде бы одинаковые, но когда на Mac'е у тебя вот чувство, что ты там элитный какой-то, да, вот эти вот лохи все с Dell'ами, а у меня с яблочком. И все-таки оно что-то не то. И, естественно, вышли ребята, которые объединили, с одной стороны, WebView, со всех других сторон нативные какие-то контролы. Оно выглядит стало лучше, но код стал такой стрёмный, что у него такое спагетти адское. Посмотрел туда нативный код, посмотрел туда джаваскриптовый код. Ну, бог его знает. Вот, и огромная проблема вот таких вот фреймворков, в основном фонгеповским, что вы все равно работаете с браузерами. Как бы вы ни старались, у вас есть браузер, в котором вы показываете весь свой контент. И если, когда мы привыкли работать с браузерами на десктопах,
то в принципе мы всякой подлости от них ожидаем. Мы ожидаем, что поедет где-то верстка, мы ожидаем, что где-то пиксели влево слезут, где-то вправо, где-то оно там сломается. Ну, в принципе, если мы это видим, нас это не пугает. Ты думаешь, это дебилы в Internet Explorer. Ну что это? Почему люди вообще Internet Explorer пользуются? То мобильная разработка готова ударить вас в спину. Причем кочергой. Я вам расскажу две истории из своей практики. Первая история случилась совсем недавно. Мы писали field. Обычный, вот что такое input field, да, вставить? Ну фигня фигней, правильно? Если нам нужно, чтобы туда вводить только номера, а нам нужно было, чтобы человек мог ввести дробные числа, там 123,1. Ну, ставишь тип ему numeric или что, и все нормально вроде бы. Ну что может пойти здесь не так? Но есть корейская компания Samsung, которая в Galaxy S3 по какой-то причине сделала клавиатуру, когда ты тыкаешь на numeric field, нету точки. Ну вообще нету точки. То есть кнопка есть, точки нет, она просто пустая. И все, ну вот и что ты тут сделаешь? Начали, естественно, разбираться, они говорят, да, есть такое, у нас вот у главного дизайнера, вот в корейском, вообще, вот в корейской культуре точка — это плохой знак. Ну типа, ну у вас же как, ну это ж не numeric keyboard, ну а как без точки? Ну, посчитал, что плохо. Вот в S3 нету, или в S3, или в S4, честно говоря, не помню, в какой-то версии нету точки. И все, собственно. А другая версия, вот мы говорили про браузеры Android 2.2 и 2.3. Я очень надеялся, что они исчезли уже давным-давно. Но я делал приложение для одного из мобильных операторов нашей страны. И, естественно, как и каждый уважающий себя мобильный оператор, он решил выпустить телефоны под своим брендом. Что такое телефоны под своим брендом? Покупаются в Китае у слепых детей, которые делали его в подвале. Старые конченые андроиды, туда ставится Android 2.2 и 2.3, продается под своим брендом. И говорят, супер телефон вам, мультимедиа, видео, игры, даже порнуху можете смотреть. Android 2.3. Вы будете совсем не ожидать того, что, к примеру, знали, что в Android 2.3 нет клавиатуры. Там есть soft keyboard, то есть это эмуляция клавиатуры. А нормальная клавиатура появилась только с третьего андроида. Это клавиатура, на которую вы можете влиять там. О, вы знаете, о, клавиатура появилась, о, человек кликнул. А в андроиде 2.2 такое вот счастье, вот просто для того, чтобы узнать. У вас нету API, чтобы определить, что открылась клавиатура. Вот просто, вот юзер видит, вы не видите, вот просто все. End of story. И выходило так, что когда мы тыкали на input field, клавиатура налазила на этот input field. Ну, сейчас-то мы привыкли, ты, конечно, оно там поднимается, и все отлично. А там такого нету. И ты не знаешь, открыта клавиатура или не открыта клавиатура, и как это все происходит. И даже он фокус вас не спасает, потому что вы не знаете, в какой ситуации такое может произойти. Потому что это Android 2.3, у него вообще у меня такое чувство, что там какой-то генератор ивентов такой стоял. А давай-ка кину этот ивент. Оп! Что кинул, зачем кинул, кому кинул. И нам приходилось выключать эту клавиатуру и на HTML писать свою клавиатуру. Естественно, гневные комменты пользователей были, что «Да как, что это за клавиатура? У меня там свайп на нее не ставится». Ты думаешь, господи, человече, у тебя Android 2.3. Тут... Пускай это будет самая большая твоя проблема. Но с другой стороны, когда вы постите мобильное приложение, очень классно, когда заходит какой-то ребенок и пишет, очень классное приложение, 5 из 5, а можете сделать еще GTA 5, но чтоб бесплатно. Приложение для биллинга. Ну окей, почему нет, нам делать нехер. Ну и почему я не люблю Windows Phone? В Windows Phone тоже есть браузер. Этот браузер Internet Explorer. Как бы. Каждый, кто берется за JavaScript, он должен его ненавидеть сразу же. Проблема в том, что вы можете дебажить ваше приложение. То есть, если у вас вы пишете PhoneGap для iOS-приложения, вы можете через Safari подключиться к девайсу, поставить брейкпоинты и посмотреть, что творится. В Android вы можете сделать то же самое. Windows Phone, ну, жадная скотина. Он просто не позволяет вам не задебажить, не посмотреть, какие логи. Вернее, он засирает логи так, что вы особо ничего не можете поставить. Ну, хрен пойми, у него постоянно что-то там, миллионы процессов, какая-то жесть происходит.
И даже вот если в Android падает куча эрроров, он хотя бы подкрашивает красненький, это эррор. Visual Studio этого не делает. Естественно, что мы делаем? Alert Box Debugging. Кто когда начинал давным-давно, знает, что это черная black art, который надо использовать в самом крайнем случае, который всегда ты забудешь Alert Box какой-то удалить, который вылезет в самый ненужный момент во время демо или уже на продакшене. С текстом хорошим. Почему-то очень часто в алертбоксы любили маты пихать. Ну, потому что, когда вы начинали пользоваться алертбоксом, это значит, что вы уже не знаете, что делать, вы расстроены, у вас же нету сил, энергии, в принципе, вы в шаге от того, чтобы начать убивать. Поэтому ты пишешь алертбокс и, естественно, пытаешься в алертбоксе выразить все чувства, которые есть в тебе. Самое популярное было это 3.14 сдет. Короче, Alertbox, Black Art. И на Windows Phone вам придется им пользоваться. Это грустно, это печально, это ужасно. Но это реалии. Есть еще BlackBerry, но про BlackBerry это... Знаете, если вы хотите проклясть какого-то девелопера, чтоб ты на PhoneGap под BlackBerry писал. Вот, есть акселератор Titanium, это как раз одна из тех примеров, когда мы пишем на JavaScript, и в результате мы генерим и компилируем в нативный код. JavaScript бизнес-логику, которую вы пишете, она записывается в параллельный от UI поток. Почему? К примеру, приложения, которые используют WebView, они плохо работают. Потому что и JavaScript, и бизнес-логика UI у вас все крутится в одном потоке. Мы знаем, вы знаете концепцию многопоточности? Кто не знает? То не стыдно. Вы фронтенщики, вы можете не знать. Ну, я просто так объясню. Вот однопоточность — это я стою с вами и говорю. Многопоточность — это когда вы смотрите и думаете, что ты, блядь, несешь, что ты несешь. Но при этом улыбаетесь. А многопоточность. Потому как бы PhoneGap все действительно тормозит, потому что и бизнес-логика, и UI крутятся в одном потоке. Ребята из акселератора Titanium, они пошли другим путем. JavaScript бизнес-логикой в одном потоке, UI в другом потоке, скомпилировали классный нативный UI через WebCore или Rhino, вы используете JavaScript, все хорошо. Проблема. Когда мы говорим про кроссплатформенную разработку, мы уже ожидаем, что у нас будет какой-то кодшаринг. В акселераторе и Титаниуме у вас не получится сильного кодшаринга, потому что для каждой платформы есть огромное количество своего API. Но это нормально, потому что iOS и Android, к примеру, имеют совершенно различные API и совершенно разный лайфсайкл приложения. Если вы можете просто использовать JavaScript, но по честняку вам придется практически написать два приложения. Одно под Android, одно под iOS. Проблема в акселераторе на самом деле совсем в другом. Во-первых, студия для акселератора написана на Eclipse. Кто-то пользовался Eclipse? Ну вот. То есть вы же знаете, когда вы ставите Eclipse на классное, когда вы ставите два плагина, думаешь, в принципе, акселератор тоже работает отвратительно. То есть акселератор Titanium Studio. Мало того, когда вы запускаете Titanium Studio, первое, что оно вам делает, null pointer exception, задокументированная бага, так и пишут. Вначале запускаете, если не запустилось, запустите еще раз. Ну а что, approach. Во-вторых, она очень страшна, технологии акселераторские, они очень страшно memory leachат. На них очень быстро, очень классно можно написать прототип, но если вы пишете какое-то более сложное приложение, это больше напоминает, как вы пытаетесь заколоть себя своей пяткой. Потому что, как бы, когда вы уже написали, вы вот понимаете, что дальше звездец. Я не могу писать это приложение. Но я вижу, что у меня получается говно. Вы понимаете, вы ставите себе... Вы действительно научитесь констатировать факт. Я говня напишу говняное приложение. Когда у вас есть мысль, а может все-таки на другой технологии, вы оборачиваетесь.
А сзади мало то, что все мосты уже спалены, так еще такое костылевое поле, потому что у вас там тут что-то не работает, взял, прикрутил там мохом, взял мохом, там скотчем, слюной, стоит вроде бы, чуть прошел, опять какая-то срань отвалилась, взял там, прицепил там какой-то врапер вокруг, думаешь, что я делаю, я же программист, если бы меня судили, мне бы руки, наверное, отрубили. И вы доходите половину пути, понимаете, что обратно уже не вернуться, а спереди, ну уж для меня аж отдельный котел в аду. Такой очень. Здесь, так что я вам советую выбирать акселератор, если вы пишете какое-то очень простое приложение или прототип. Потому что дальше проблемы с психикой, самомнением, тоже готовностью убивать. Энтерпрайзы же пошли, в принципе, достаточно просто. У энтерпрайзов очень много денег. Энтерпрайзам, ну, плюс-минус похер, на чем их пользователи кликают, да? То есть им пофиг, на какой UI, им пофиг, насколько быстро там отображается и какой fancy animation у вас есть. Им надо, чтобы бухгалтерша тетя Люба, которой выдали iPad, которым она мух убивает, да, она могла в крайнем случае зайти курша на трех формочках покликать и все, и заполнить ту формочку. Есть энтерпрайзы, которые заботятся про UI и тому подобное. Но, в принципе, если это компании, которые, которым технологии просто помогают делать их бизнес, им пофиг на пользователя, потому что пользователь не видит этих тулов. Им похер на своих работников, потому что они, в принципе, зарплату платят. Потому как бы UI для них не особо главное, потому они используют так называемые, особенно если это большой enterprise, так называемые Mobile Enterprise Application платформы. Это штуки, это огромные такие системы, которые позволяют вам делать им Mobile Application Management, чтобы запрещать тете Любе ставить Angry Birds, и Mobile Device Management, чтобы там в эту сеть может зайти только этот девайс. Ну и другие настройки, к примеру, запретить запускать YouTube или еще какую-то беду. И, естественно же, у таких платформ есть так называемые Application Builder. К примеру, компания Kony, это индусская компания, в которой есть 1500 девелоперов в Бангладеше. На этом, в принципе, можно было бы и закончить фразу. Но все же они предоставляют огромный сет контролов, классный билдер, который вам позволяет кинуть контрол, посмотреть, как он будет выглядеть в вебе, на Windows Phone, на Android, на iOS, где угодно. Предоставляют достаточно неплохой API. В принципе, они лидер среди платформ, даже несмотря на то, что 1500 девелоперов в Бангладеше и десяток девелоперов на софтсерве. Вот. Но опять же, мы пишем на JavaScript мобильные приложения. Есть компания SAP. У SAP был отвратительный продукт. Он, ну, просто смотришь и думаешь, отвратительно. Синоним слова «отвратительно». Продукт компании SAP. Но был достаточно неплохой mobile application платформа, которая называлась Cyclo. Даже несмотря на то, что название такое смешное, SAP их купила. И теперь у SAP есть более-менее прикольный application builder. Здесь вы можете с помощью так называемых языков четвертого поколения, это с различным способом, кубиками, все это вот натянуть как workflow, и у вас получится приложение. Если вам что-то надо сложнее, внутри JavaScript, позвали программиста, он вам сделал. И IBM запустил свой продукт, называется WorkLite. На самом деле WorkLite — это что-то, что используют внутри PhoneGap. Это тот же PhoneGap, правда, с плагином под Eclipse, что, в принципе, не делает его лучше, и с огромной экосистемой. Ну, тут все стандартно. Просто у PhoneGap теперь есть две либы, которые одна там для Secure Data Storage, вторая просто потому, что это IBM. Но внутри PhoneGap достаточно популярная система. И React Native. Куча хипстеров в Starbucks спорят, нужно или не нужно. React Native, в принципе, позволяет нам, пользуясь знаниями, которые мы получаем с помощью во время девелопмента React.js приложений, используют для создания нативного приложения. Внутри все происходит точно так же, как и у акселератора. У вас JavaScript в отдельном потоке, код нативный в другом потоке. Вы можете это все расширять.
это не так глобально, чем то, что предоставляет AppSheddr, но в принципе в этом плане, в этом случае это даже плюс. Единственное, что я заметил, что если вы хотите писать на React Native, вам все-таки нужно будет узнать, как пишется iOS-приложение, что такое iOS-код, потому что так как это два разных потока, вы по полной используете Grand Central Dispatch, и достаточно много кода вам придется написать на iOS. Но фронтенд логику, в принципе, очень легко написать с помощью JSX-страниц. Android, по-моему, планируется выпуститься в сентябре этого года, если мне память не изменяет. Ну, достаточно интересная технология. Возможно, она интересная для людей, потому что это выпустил Facebook, а Facebook — это же у нас новая корпорация добра и трендсеттер. Я попробовал чуть-чуть пописать, выглядит все достаточно классно, можно дебажить, можно смотреть, кодить и тому подобное. Очень советую вам посмотреть, выпущено уже несколько приложений на React Native. Мне кажется, что Facebook будет развивать эту технологию и... Ну, по крайней мере, когда ты его запускаешь, там нету Eclipse, она не падает тебе с криками, и ты чувствуешь себя более счастливым. Все. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать про JavaScript, как мы можем использовать JavaScript для разработки мобильных приложений. И сейчас я буду очень счастлив ответить на ваши вопросы, если есть. Давай. Веб-воркеры працюють з фонгапом? Веб-воркеры, вам нужно посмотреть, can I use. Веб-воркеры сейчас суппортятся, по-моему, всеми браузерами. Ну, вы запускаете обычный браузер, да? То есть внутри браузер, как ни крути. Что фонгап, что Safari, у вас есть браузер. Что работает в том же самом Safari, тот же самый engine, у вас точно так же будет работать в фонгап-приложении, потому что ничего нового там нету. Если не работает, значит не работает, все честно. Telerik делает кучу лип. Telerik делает Telerik что-то там AppBuilder, который добавляет билдинг в клауде, еще какую-то чушь. Но Telerik на самом деле пишет просто JavaScript компоненты сейчас. Не, ну что значит веб-страница? Ну, мобильная, то есть знаете, мы составляющие. Не, у них есть для мобильной SDK. Telerikовский. Ну, есть. Но зачем? Тут надо больше драмы. Еще какие-то вопросы? Ionic можно використовувати в звичайному браузері? Можно, но зачем? Ну, щоб однаково виглядало. Ну, ви ж понимаете, що якщо у вас user interface водяна, ну, якщо я зайду со своего, допустим, прихожу домой, у меня там, допустим, монитор 27 дюймов. Я захожу, а у вас там кнопка такая. Думаешь, ёперный театр. Ту часть кнопки тыкать. А ти, ну, як Bootstrap, типу, що переоранжує контроли, він так не робить. Ionic — це фреймворк, який направлен на мобільну розробку. End of story. Он твой 27-дюймовий монітор переоранжувати не буде. Сказана кнопка на весь екран, маєш кнопку на весь екран. Все. Да. Смотри, то есть, если чисто фронтенчик переходит, ну, писать, ну, под мобайл, это Ionic, FunGap. В принципе, это же разные подходы к application. Чего? Single page application, да, single page application. Я имею в виду разные подходы в плане вот user experience. Ну да. Ну, кнопка же на весь этот экран. Кнопка на 27 дюймов. Но. Где это все искать? То есть, есть ну, во-первых, есть каждая платформа, есть human interface гайдлайны, которые говорят, кнопка должна быть здесь, кнопка должна быть здесь. Оно все очень четко описано, и, допустим, iOS может вообще не пропустить твое приложение, если индусы, которые это проверяют, по гайдлайнам что-то не понравится. Эта инфа везде есть, она доступна, ну, полностью в открытом виде, ее стоит проверить. Основная проблема фронтенщика, который идет писать на мобильные технологии, это в том, что придет момент, когда вам надо написать нативный плагин. Так всегда случается, у вас вроде бы всего хватает, но потом вам нужна какая-то такая логика, допустим, вы сохраняете номер кредитной карточки, да, к примеру. Вы не можете ее сохранить там в local storage где-то или в IndexedDB, вы должны ее сохранить, к примеру, в iOS, это в keychain. Ну,
Вы вообще, вот по правилам, вы вообще не должны ее сохранить. Но так случилось, что вам надо. Вам все равно придется написать нативный плагин на нативных языках, который будет там сохранять, брать ваше значение и запихивать в keychain. И это очень важно понимать, потому что частенько, если вы работаете со своим заказчиком, и он говорит вам, я хочу писать на PhoneGap, вы так особо на PhoneGap не писали, ну, у меня есть история, да, есть два случая таких. Есть там компания, молодая, активная компания, которая состоит из двух разработчиков, iOS Вася и Android там Петя, к примеру, им приходит заказчик и говорит, кликуху хочу, у меня есть идея. Вася с Петей, естественно, любе голубе. Ну и заказчик идет, потом где-то услышал, а тут PhoneGap есть. Тот на JavaScript один раз написал, и все будет зашибись. Он приходит и говорит, PhoneGap. Ну и Ваня там, Ваня Петя говорит, ты Java знаешь, значит JavaScript знаешь. Он говорит, и они в результате приходят, садятся, и это как нативные разработчики, которые пишущие веб. Говно получается. То же самое, когда приходит, говорит, мы вам напишем на PhoneGap, надо написать какой-то нативный плагин. Ты JavaScript знаешь? Да, ну, нам жопа. Пишем на iOS и на Java. Естественно, тоже говно получается. Просто в кроссплатформенной разработке приходит момент, когда надо написать нативные плагины. Кроссплатформенную разработку не стоит использовать, когда вам надо будет писать нативные плагины, потому что первая цель у вас какая? У вас есть одна технология, на которой вы пишете под iOS, под Android, под Windows Phone. Тарас, ну для тебя говорю Windows Phone. Вот. Вам надо написать, вы вроде думаете, все будет JavaScript, HTML, а потом вы пишете, там внезапно пришло, опа, пишем нативный плагин. Начали писать нативный плагин, и у вас к вашему вот этому зоопарку технологий еще добавляется хреново написанный iOS плагин, хреново написанный Android плагин, хреново написанный плагин на C-Sharp. И в результате становится большое количество проблем. То есть вот основная фишка в том, что фронтенщики, не посмотрев, что же там вообще творится, как вот эта кухня работает, начинают писать. А так обычно говно получается. Ну, надо самокритичнее просто быть. Ну, апселератор можете попробовать, сразу поймете там. Не, а я не классный. Апселератор попробуйте. Там ты учишься встречаться со своими демонами. Ты спишь и понимаешь, я говняный разработчик. И все. Да. Які платформи, кроме цих 2.5, да? І iOS, Android, і Windows Phone, що підтримується до цих платформ? Ну, PhoneGap поддерживает. Вам просто Windows 8 JavaScript Application поддерживается Tizen, поддерживается BlackBerry. Да, Tizen есть такая платформа. И даже, по-моему, какой-то Smart TV поддерживается. Но только, честно, не помню, какого производителя. Там что еще? Мы даже когда-то Windows CE подключили. Ну, вы очень удивитесь, но Windows CE телефоны до сих пор в энтерпрайзах используются. И Windows CE телефоны до сих пор Motorola клепает так, что мои буты. Какие еще платформы есть? А, Kindle поддерживается. Нет, не Kindle Fire там, а не, Kindle. Короче, Kindle какой-то там. Но там просто не классический Android на самом деле. Там же Amazon Android, который ни хера не умеет, кроме Amazon. Ну, что еще там есть? Ну, BlackBerry 8, BlackBerry 7. И, может быть, еще чего-то, но забыл. Ну, просто PhoneGap на самом деле очень просто работает. Есть вот Libo, которая является интерфейсом между нативным кодом и JavaScript кодом. Для каждой платформы она реализована по-разному. Там, по-моему, Android позволяет просто дергать методы веб-браузера. iOS такое начал позволять только в 8 через JavaScript интерфейс. Потому, когда вы создаете PhoneGap-приложение, она в HTML-табличку, в HTML вашего пейджу вставляет iframe. И когда, и если вы используете там нативный плагин какой-то, iframe меняется URL, а в iOS вы можете уловить event did finish load и смотреть в URL, разобрать, что вы передаете в URL, и получается remote procedure call pattern, которым они там уже что-то выполняют. Вот. Но как бы несложно писать, несложно поддерживать новые платформы, комьюнити большое, и все и педалят.
JavaScript-приложения, ну, на iPad, на iOS, Android, то есть какие... Отлично. Каким образом? Ну, вы берете Safari, к примеру, в iOS, и в Safari вы включаете Developer Tab, точно так же, как вы тестите отображение сайта на Safari. Вы просто подключаете к аппликухе и дебажите. В Android вы ставите Chrome Canary, и там тоже подключаетесь точно так же. Вы даже там, по-моему, Remote View есть, как Remote Desktop, вы даже так можете с компа кликать то, что будет происходить на девайсе. Но в основном разрабатывается приложение вначале с помощью Ripple плагина. Это хромовский плагин, который позволяет вам там viewport менять. Разрабатываете, потом ставите на девайс и уже начинаете фиксить девайс-специфик баги. Много девайс-специфик багов? Типа сколько девайсов? Сколько браузеров? Я же вам говорю, что эта разработка может ударить вас там, где вы не ожидали. Ну, к примеру, еще один случай. Мы писали FNG-приложение, которое использует камеру. И тогда вышли iPhone 4, у которого была отличная камера на то время. И когда мы делали фотку, как это все работает? Там FNGAP говорит нативной части, come on, сделай фотку. Нативная часть идет, делает фотку. Фотку что потом надо делать? Надо перевести стрингу. Естественно, переводит в Base64 и отправляет обратно. У iPhone 4 была хорошая камера, поэтому фотки выходили большие. И когда мы превращали, когда FNGAP превращался в Base64, получался memory spike, а я думал, ой-ой, какой memory leak, нахер. И так думаешь, классно фотку сделал. Потому надо было менять quality и изгаляться по-разному. Вы, ну, просто реально два мира соединяются. Что выйдет, бог его знает. То есть, ну, а тем более есть такие телефоны, как китайские андроиды типа Zopo или Moyo, что-то такое. Meizu, там же, понимаешь, они же над андроидом как бог черепаху, то есть был андроид, вышел, там, вот когда бог создавал утконоса, так же китайцы переписывают андроид. Это просто ад, они там иногда такие вещи делают, что думаешь, что они на андроиде жениться должны. Потому мир удивителен и интересен, особенно с веб-браузером, я не знаю, они его там... Вы вот чисто для интереса возьмите, скачайте сорсы веб-кита, стандартный, типа, из репозитории. Найдите, кто это китайский репозиторий веб-китовский. Вот если вы откроете веб-кит, там, ну, на щах, на C++ написан, вначале каждая компания, которая посрала, подписывает там, срал Apple, срал там Google и тому подобное. И там вот такой вот список. Заходите на китайский, так, шух, типа, написано с китайским КГБ. И ты смотришь, там вообще другой веб-кит. Ну, там просто, там и китайские комментарии, и что поменяли? Я, честно говоря, не уверен, справа налево, слева направо читать. Может, как это японская манга, ты читаешь справа налево. А качество таких аппликейшнов, оно уже, ну, то есть идентично native по скорости работы, по... Нет. Ну, то каждый изгаляется как может, то есть там же была достаточно длительная такая... война между, там, вначале Facebook выпустил веб-приложение, запакованное в нативное. Потом сказали, говно ваш HTML, написали нативное приложение, но они до сих пор в нативном приложении используют блоки HTML JavaScript для того, чтобы, когда, к примеру, выходит новый функционал на Facebook, чтобы аппликуху, ну, кто-то постил в iOS аппликуху в Apple Store? Когда вы постите, ну, что-то грустно. Windows Phone, iOS, слушай. Вот, вы когда постите application в iOS, вы никогда не знаете, когда его заапрувят. Это может быть 2 недели в лучшем случае. Вы можете пройти 2 недели, и вам придет инду, скажет нет. Не, ну они говорят, почему нет. Ты там исправляешь, допустим, запихиваешь, 2 недели проходит, оно, нет, все равно нет. Не уговорил. Вот. И потому Facebook использует HTML-овские такие блоки, когда новый функционал выходит, чтобы они их как-то отображали там определенно. Secret когда-то вот была популярная аппликуха, он тоже был полностью на веб-технологиях. Habit RPG, отличная вообще, классная штука, написана полностью на Ionic. Но в любом случае, если констатировать факт, нативные приложения выглядят красивее, чем веб-приложение. Но красота — это дело такое, она зависит от прямости рук. Вы можете написать на нативных технологиях
отвратительное приложение. Зайдите в Google Play и посмотрите любое фитнес-приложение. Реально, качки пишут для качков. Ну там просто ад. Ну, и это нативные технологии. И они с нативными технологиями написали говно. Ты точно так же можешь на вебе написать как красивое приложение, так и точно такое же говняное. Еще можно поспорить, что будет говнянее выглядеть. Приложение от качков или твое? Но там, честно говоря, качков очень тяжело переплюнуть. На рахунок підтримки нарізних девайсах, я так бачив, що різні контори пропонують час потестити на різних девайсах, так? Це дорого? Дорого, так. Але там є якісь безкоштовні плани. Да, нету там безкоштовних. Все теститься на реальних девайсах. Ні, у них якісь емулятори. Ні, емулятор ніколи не покаже тобі, він потому і емулятор. Что он, ты не полностью не репродюснешь. Да. И там реально компании, которые предоставляют тебе ремоут десктоп к реальному девайсу. У них стоит, лаборатория такая, 1500 девайсов. И у них есть реальный доступ, виртуально. У тебя ремоут десктоп, и ты на нем кликаешь. Бывает, там индусы представляют даже тестинг, там идет один, но они не могут делать сложные use cases. Ты ему там пишешь, идет индус на девайсах. Мобильное устройство, нет автоматизации UI. Она, если есть, то компьютер не может оценить, как оно у тебя все выглядит. Норм выглядит, не норм. Ты можешь проверить валидность там данных. Но на мобильных девайсах очень важно то, как оно выглядит. То есть, потому оценку UI не автоматизируют. Нет, компактор скажет, что-то у тебя скрин херовый. Но вообще так-то, может, у меня день плохой. Вот. Если больше нет вопросов, всем большое спасибо.